Всем привет, ребят! Очередная у нас сегодня прокачка синего героя с гарнизона, шамана. Будем использовать его на подземках некоторых. Также будем использовать его в древнем испытании. В принципе, возможно, будем еще использовать в гарнизоне, если он останется у меня надолго. Так, вот такой вот герой 10-10-8-8 на десятке, он понижает атаку цели на 63% на 8 секунд. Как видите, кулдауна нет, то есть он может увеличивать, и соответственно там его используют на некоторых локациях для того, чтобы просто тупо снивелировать весь урон вражеского героя. Вот такой вот герой, в принципе, особо о нем рассказывать нечего. Атаки у него, как и у всех гарнизонных, немного. Жизни тоже немного. Все в основном рунами. Разбросик поставил для этих локаций, для фарма. У нас стоит сейчас на нем. Давайте поставим ремочку. Так, надо себя заставить поделать эмблем ремки. Вот такой вот герой. То есть он понижает. Я даже не знаю, сейчас его, наверное, ушатают. У меня уже не тот топ, что можно просто так вот бегать. Тут стрелок 12-й. Тут вроде нормально должно быть. Сейчас выпустим Минотавра сначала. Так, отлично. Ну вот этот шаман. Как видите, он дальник, бьет по одной цели. То есть он понижает, соответственно, ее дамаг. Ну, в принципе, нужен будет. Почему с разбросом? Потому что будет убирать у нас энергию, как и все мои гарнизонные дальние герои. Так, особо в нем ничего особенного, скажем так, нет. Единственное, если он набафает очень много раз, тогда его просто нереально будет убить. Но для этого нужна определенная ситуация. На подземках будем пробовать этого добиться. Ну, как видите, сейчас даже, возможно, он сейчас их и ушатает. А тут у нас Фрей. Сейчас мы Фрей только зацепим, и на этом все закончится. Но пока, к счастью, мы Фрей еще не бьем. Вот так вот. Видите, как шатает героев? Все, сейчас следующий заход. Фрей нам говорит до свидания. Ну, пару секунд продержался. Так, окей. То есть такой вот, в принципе, смысл героя. Никакой, в гарнизон его ставят, да и все. А лучше всего не качать даже. Поехали. Я Риббита уже прокачал. Специально Риббита качнул, чтобы можно было открыть 12-е скиллы именно в этой судьбе. Поехали его качать. Оно, конечно, того не стоит. На 12-м скилле. Сейчас посмотрим, я не помню, что там у него открывается. Сейчас глянем. Сейчас добьем. Вот Махатма мне нравится. Простой, обычный герой. Недонатный. Почему я качаю гарнизон именно сейчас на 12? Потому что они усилятся практически там в два раза. То есть они станут сильнее. У них статка, как вы знаете, не ахти. Поэтому плюс дополнительные бонусы у них будут. А если брать, они без эволюции, у них нету
Нету чар, например, нету созвездия, а тут будет у них добавляться хоть какие-то бонусы, и это, в принципе, нам очень поможет. Так, нам надо, по-моему, 4 по 1 200 000. Вот сейчас как раз добьем. Отлично. Ну, дальше уже все пошли. Значки почета вход. Так, use. 1300, думаю, нам хватит. А, вспомнил, на 12-м он еще дополнительно будет наносить процентуальный урон двум целям. Блин, видите, не хватило все-таки. Да, немало значков почета надо и на прокачки героев, и на все остальное. Как хорошо, что на этом сервере с этим проблем нет. Только деньги давай, да и все. Так. Вот так вот. Отлично. 40-е, как видите, практически в два раза больше жизни стало, атака добавилась. Ну и самое основное, добавили статы, чего нам в большинстве случаев не хватает у таких героев. То есть добавилось очень прилично. Давайте поехали на какую-то, не знаю, там подземку. Сейчас надо подумать, где он неплохо будет тащить. По-моему, здесь где-то есть подземка. Я не помню, конечно, какой там уровень. По-моему, не, это не четвертая. Надо будет ее найти. Там один месса стоит в центре. Не могу я ее найти. Или седьмая. А, вот он есть. Сейчас попробуем, если, конечно, он нас не свалит. Мы должны ему понизить нормально его дамаг. Вот, посмотрите, сколько он. 489 нас уже бьет. Сейчас нас питомец отхилит. То есть, по сути, он не может убить гарнизонного героя. Из-за того, что мы его дебафаем конкретно. То есть вот ради этого, в принципе, он и берется. Плюс он дополнительно там урон. Но у нас нету рядом героев. Поэтому мы не можем ничего сделать. Ну вот как-то так. То есть ради этого, в принципе, он и сюда берется. Махатма, конечно, тут затащит. Можно было бы кого-то другого поставить. Ну вот так по чуть-чуть он снес. Давайте так, это 7-10, да? Вот давайте вот его возьмем. Ради теста, чтобы вы увидели разницу. Вот видите, он дамажит нехило, скажем так. Даже того же самого Минотавра. Вот посмотрите, какой урон по Минотавру проходит. Это второй эволюции герой.
Ну, Махатма тут, понятное дело, его убьет. То есть вот ради этого, в принципе, этот герой берется в определенные ситуации, чтобы понизить дефа, точнее не дефа, а урона. Урон понижается очень круто, поэтому вот смотрите, просто выносит. Самое главное, чтобы он вовремя включался и он будет тащить. В принципе, все, вот такой вот герой. Ждите дальше уже трешечка в остальных локациях. Ну, в принципе, думаю, очень-очень неплохой у нас состав получится, и мы сможем реально тащить. Подписывайтесь, лайки, репостики, комменты, кого вы хотите увидеть в какой прокачке. Также ждите конкурсов. Думаю, уже на этих выходных будет что-то интересное. Все, всем удачи, всем пока.